наконец-то состоится прекрасное событие, и сотрудники таможенного комитета, гражданские государственные служащие приобщатся к частице великой, многочисленной, многонациональной партии «Единая Россия». Ну и по этому поводу у нас присутствует Виктор Петрович Водолазский, один из руководителей этой партии, вот, который и вручит удостоверение членов партии «Единой России». Прошу. Уважаемые друзья, теперь уже однопартийцы, раз партийные билеты будем вручать, значит, мы вместе с вами в одной команде, команде Всероссийской политической партии «Единая Россия». Как член Генерального совета нашей партии, мне очень приятно сегодня быть у вас в гостях. Ну и самое главное, выполнить приятную миссию по поручению Андрея Анатольевича Турчака, секретаря нашего Генерального совета, который особое внимание уделяет Донбассу. Вы видите по всем телеканалам, как минимум несколько раз в месяц он бывает на нашей территории, дает нам с Виктором Андроновичем определенные поручения всем членам партии, потому что, получая партийный билет, вы получаете не просто вхождение, как сказал Юрий Алексеевич, в нашу большую сплоченную команду, но это ответственность за те задачи, за те решения, которые принимает наша партия, направленные на защиту интересов государства и, самое главное, на защиту и благополучие каждого жителя великой, огромной России. И вот вы теперь в одном строю, вместе мы будем выполнять эту задачу. Я уверен в том, что ваш коллектив мощный, дружный, сплоченный, и ваша местная первичная партия «Ячейка» будет примером для других организаций. Завгородняя Ксения Вячеславовна. Загребной Алексей Игоревич. Марфинка Ирина Александровна. Состав – это аттестованные сотрудники. Душой и сердцем мы давно в этой партии, наши отношения к ней, но по закону можем только подставить плечо и находиться рядом. Быть сторонниками. Так точно. Ну, еще раз вас поздравляю. Надеюсь, что ваша работа будет направлена также на улучшение социально-экономического положения нашей Луганской Народной Республики. Будут меньше поступать жалоб от тех, которые пересекают сюда-сюда границу, особенно сейчас, когда идет восстановление, когда субъекты Федерации России помогают каждому городу и району. Я думаю, что ваша лепта теперь уже как партийцев будет направлена на то, чтобы быстрее все грузы приходили сюда, восстанавливались города, и здесь началась нормальная, прекрасная, хорошая жизнь. Еще раз поздравляю с вступлением на